Пиплы, я вас приветствую, это Димка. Бонжур, ёпта. Я вернулся. Угадайте, куда? В охрану. Остановитесь! Короче, у нас Саратов, ёпта. Что за мы тут видим? Газета. Это хрень. Холодильник. Моя сумка. Кительный диван. Вот посмотрите на эти щели. Это важно. Там вон все проломлено. Потолок? Ну это просто вот лайка. Пиздец. Вот, как говорится. Это просто look at the dude, посмотрите вот на это все. Это как космос. Я. Мне лицо тогда дали зарплату. Спустя месяц. На второй комнате у нас получше немножко поставить дела. Тут диван, пол, шкаф. И все. Там же зеркало даже. Это плазма, а это зеркало. Вот, как бы, да. Но это еще только полбеды. Не обращайте внимания, тиранозавр прошел. Продукты. Тут Димка хранит запасы. Но прикол в том, что посуду мы моем как? Руками. Что у нас там на улице? А на улице трактора. Но... Заебись. Четко. Шутки про трактористы сейчас будут. Так, это у нас атомный реактор. У меня комп шумит. Нет. Послушайте это. Ну, в этой ситуации мы уже здесь наши полномочия все. Короче, эта хрень мешает спать. Охуительно. Вероятно, как. Окончил. Если включить ему турбобуст. Да ты че? Ебанись-ка нахуй. Это просто будет жопа. Вот. Гениальное произведение. Технологии, блядь, вода. Ну, как иначе? Вот, то есть ты открываешь и обливаешься. Ну и... Это улица, я вам не буду показывать. Да и вы нахуй, честно сказать, ебал я в рот. Что я могу сказать? График тут. Просто хочется плакать. Давай! Хватит тут. Просто хочется плакать. Настолько все плохо, я не знаю, куда пойти, вот серьезно. Впору хоть дворником. Че, пацаны, ждете влог дворник? Nice. Ник, блядь, меняет профессию. Так, ну, про освещение вам говорил тут, как бы, вот, эта вот хрень, это, короче, освещение. Вот. Саратов, пацаны. То есть мы работаем, можно сказать, 24 часа. Без рофлов, чисто. Я вот сам сонный сейчас нахожусь. Просто хлеборезку, так сказать. У меня вот просто... как вам сказать? Ну, глаза скоро на лоб нарезут и вылетят нахрен. И получаем вы сколько? 8 тысяч. Чего не смеете? Неделю, но прикол в том, что пока нам это все переведут, пройдет месяц. А это получается почти 4 смены. Не смеетесь-то? Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Прям хочется прям ворваться туда и... Короче... Замечательно. В общем, такой вот коротенький влог. Вообще молодец. Да и вообще вы все молодцы. Умеете, могете просто. Димка, как всегда. Поразительно. И... Все, пока. Гениально. Не понял. Что, Вась, заебал? Ёбаный, часов спустя. Всех приветствую. С вами Димка. И мы находимся в будке на улице. У нас есть камера, журналы, мои новые наушники,
кресло, на котором я, собственно говоря, все время. Как ты заебал, а? Холодильник, чайник. Ой, ой, какая ж это все хуйня! Вот, ну там, херня вешалка, куртка. Ну, подогревайте, все спросил, потому что... Тут я свет, прикиньте. Какой смысл? Хоть уже начал, да? Чего он появился? Ишь, дядя Джуниор, я больше не могу. Вот, еще засниму код. Небольшой видос. Охренел вот эту хрень, называется дешевая лопасть. Вот. Она не является пацаном. Бак. Вот там, если видно, это хорошо. И хорошо. 6 штук. И когда я иду на обход, мне становится страшно, потому что... Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Ну, в общем, вот такая вот. Блять, это просто гениально, да хуй. Это гениально. Совсем плохо камера. Большой закупан. Что, блядь? Это чего? Вопрос, давай. Я думаю, я что-то там нашел сейчас. Уже снимки, ни хера не видно, сегодня, может быть, в это мало кто верит, но мне похуй. Иными словами, мне похуй. Так или иначе, мне похуй. Чтобы там не писали, мне похуй. Без лишней скромности скажу, мне похуй. Хуета. Часть хероты. Это пиздец. Вот по-другому это не назовешь. Да. Вот так это все будет со стороны. Но... Давай по новой, Миша, все хуйня. Только смех заключается в том, что Димик сегодня опять решил сократить обход. На этот раз два раза короче его сделал. Ну и бать, я такой в 5 утра проснулся такой. Так, блять, значит, у меня 10 минут до отгона. Ну, типа, что я обошел. Так, ну пойду-ка я освещение ёбну. Ну, выключу, в смысле. Подхожу быстренько за 5 минут, ебать, к освещению. Хуяк, блядь. Хуяк с пахновки, блядь. И вся проводка сгорела. И вся база, блядь, без света осталась. Всё, нахуй. А потом такой, я легонько нажал, блядь. Легонько. Одна история охуительнее другой просто. Как бы
бы я обходил, я нормально все делал. Само как-то получилось так. По приколу. Димикс еще хочет с охрану идти, бля. Что это за пиздец? Снова щеки, жопа, блядь, до колена. Тут бокалы за 30 тысяч, блядь. Просто такой сидишь, охренеешь, блядь, думаешь, нихуя, а что тут делаешь, блядь, грузовой вагон, блядь, тонны кала пришли пиздить. Откройте, пожалуйста, ваш багажник, блядь. Единственный момент, когда я согласен с переводчиком ВКонтакте, блядь. Блядь, что ж, 12 минут, надо... Это вы кого выслали? Вы что, угораете? Да, да, да. Какое? Как дебил. Вообще. Ты чё угораешь, что ли? А тих шагов. Ты-ды-дын. 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 Вот эта тема пошла. Это вы кого?